Хейо, друзья, всем привет! И с вами канал Дурацкий и Крутой. Продолжаем проходить Angels with Scalewings, и в предыдущей части мы стали невольными свидетелями странного поведения Резы. Он вдруг решил, что нам что-то угрожает, и в итоге покалечил Мэврика и Далася. А мы же, как самые порядочные, хотели помочь дракону, но получили смачный удар, и в итоге шеф полиции Брайс, да и вообще полиция заинтересовалась нами, поэтому пригласили нас дать письменные показания. Но приключение на этом не закончилось. Было убийство, страшное убийство, и подозревают Резу. Ну что, продолжаем играть? Меньше слов, больше дела, друзья. Поехали! Твое сотрудничество, безусловно, будет плюсом. Это будет хороший жест, чтобы показать нам, что вы заслуживаете доверия в глазах тех, кто может думать иначе, после того, что случилось вчера. Ты поможешь нам? Так, тут я вежливо отказываюсь, да, я помогу тебе. Да, я помогу тебе. Кажется, выбора у меня особо-то и нет. В любом случае, нам нужно найти Резу. Если я как-то смогу помочь в этом, тогда я пойду с тобой. Хорошо, тогда вперед. Пока мы шли к месту преступления, он пытался подготовить меня к тому, что я могу увидеть. Я изучал биологию, и поэтому вид мертвого животного вполне привычен для меня. Я спросил сам себя, отличалась бы моя реакция от человеческого трупа и дракона. Когда мы пришли на место, нас встретил Себастьян, объяснил всю ситуацию. Жертву нашли этим утром. Заметил это доставщик летун, который работает в этом ресторане. Кровопотеря от множественных ран является вероятной причиной смерти. Криминалисты уже были здесь, так что вы смело можете осмотреться тут. В нескольких шагах от нас на земле лежала несчастная жертва. Она была накрыта простыней, которая скрывала обезображенный труп, но небольшое кровавое пятно под ним. Мы подошли чуть ближе, а Себастьян отошел, чтобы отогнать любопытных зевак. Я знаю, что это выглядит некрасиво, и извини, что я заставляю тебя смотреть на это, но ты знаешь, что сейчас на кону. Помни, что я тебе сказал, и все будет в порядке. Хорошо. Готов? Наверное, да. Вперед. Вперед. Ну что скажешь? Он определенно мертв. Ага, покойся с миром. Скажем так, это будет твой тест. И скажи мне, что ты сможешь понять из того, что увидишь. Покажи, на что ты способен. Расследование. Два крыла, две ноги. Чем-то напоминает официантку из этого кафе, ростом примерно с человека. Если смотреть в длину, может быть чуть выше. Размах крыльев, безусловно, будет выглядеть впечатляюще при таком размере. Эти раны сложно не заметить. Действительно, и что это нам говорит? Они были нанесены острым орудием. Преступник был необычно крупным или маленьким человеком. Он был уже мертв, когда получил эти раны. Это было самоубийство. Это было самоубийство. Судя по количеству и форме ран, я бы сказал, что это было самоубийство. Неверно. Он был уже мертв, когда получил эти раны. И как же, полная ерунда. Преступник был необычайно крупным или маленьким человеком. Углы выглядят немного странно, как будто они были сделаны из необычного положения. Возможно ли, что они были нанесены человеком, намного больше или меньше, чем он? Нет, не думаю, что это так. Они были нанесены острым орудием. Слишком чистые порезы, словно от ножа или какого-то другого острого инструмента. Уже ближе, но имеет ли это какое-то значение?
На самом деле это не так. Драконы не пользуются ножами. Это не мог быть Реза. Это мог быть только человек с руками. Это говорит нам о том, что это было самоубийство. Так, драконы не пользуются ножами. На самом деле, мы можем сделать это. Возможно, это те, у кого есть руки, но все же... Это мог быть только человек с руками. Вот именно. Только те из нас, кто ходит на двух ногах, обладающие достаточной ловкостью, чтобы эффективно орудовать ножом. Большинство других драконов, вероятно, просто укусят вместо этого. Конечно, это сразу исключает большинство больших драконов и летунов. Но тогда у Реза все еще есть его... как он там называется? Ты имеешь в виду пистолет? Да, если это был он, почему он убил его ножом, а не пистолетом? Это заставляет его выглядеть круче, он потерял свой пистолет, он не хотел производить никакого шума, он не хотел, потому что это был не он. Он бы не стал, потому что это было явное самоубийство. Это заставляет его выглядеть круче. Не думаю. Он не хотел производить никакого шума. Он не хотел шуметь, ведь он сбежал от Мэврика, пытаясь скрыться от полиции. Что-нибудь столь же громкое, как выстрел, легко бы выдало его позицию и насторожило окружающих. Да, это может быть хорошей причиной. В любом случае, как ты думаешь, какая рана была смертельной? Грудь, крылья, шея. Раны на его груди выглядят довольно большими, я думаю, это были они. Вообще-то нет, это виды ран, скорее от резкого движения. То есть рана может в конечном итоге выглядеть большой, но повреждение поверхностное. Конечно, они могут способствовать потере крови, но они не смертельны. Те, что у него на крыльях, те, что у него на шее. Я думаю, это был тот, что на шее. Вот именно. Если вся кровь из него не была поддельной, то эта колотая рана характеризуется довольно небольшим следом. Ты можешь мне сказать, что это также самое глубокое? Довольно очевидно, что это должно было нанести огромный ущерб. Что ты еще видишь? Ну, очень много крови. Брызги крови говорят о том, что у него была гемофилия, у него был СПИД, он умер здесь, это не кровь. Его притащили сюда после того, как он умер, он покончил с собой. Это не кровь. Ты уверен? Нет, это кровь в порядке. Он умер здесь. Он умер здесь, иначе был бы след, который мы бы смогли отследить. Есть еще брызги. Можно предположить, что они здесь дрались. Это верно, но, к сожалению, нам это не позволит узнать того, кто нападал. Протестую. Прошу прощения. Извини, всегда хотел сказать это. Пожалуйста, продолжай. А что по поводу крови на его пасти? А ты мне скажи. Он вампир, он пытался дать сдачи, он попробовал кровавый стейк, у него болезнь десен, он прокусил язык во время битвы. Он попробовал кровавый стейк. Ага, и кровь с него прилипла к его зубам, я так не думаю. Он прикусил язык во время битвы. На самом деле это возможно. Мы, вероятно, увидим больше крови, если... А, впрочем, так оно и было.
Это может быть кровь нападавшего. Это верно. Я думаю, что криминалисты уже сделали анализы, и мы уже можем понять, кто нападавший. Я думаю, на этом все. Может быть, это не самая сильная твоя сторона? Так я тебе и говорил. Не волнуйся об этом. Нам все еще нужна твоя помощь с другими вещами. Шеф, вам еще нужен свидетель? Себастьян подошел с драконом, который нашел тело. Я узнал, что это была Один, та самая официантка из кафе. Она была подавлена, неудивительно при такой-то ситуации. Я так не думаю. Отвези ее в полицейский участок, возьми у нее заявление. На этом все. Хорошо. Хорошо, мисс, мы отведем вас в полицейский участок. Конечно. Когда она заметила меня, ее состояние немного улучшилось. О, это же человек! Я действительно человек, вообще-то у меня есть имя. А ну иди, иди отсюда. Я действительно человек. Я бы назвала тебя по имени, но ты мне его так и не сказал. Меня зовут Нихрон. А что ты тут делаешь? Ты теперь работаешь на полицию? Похоже на то. Звучит не очень убедительно. Я и сам толком не уверен. Кстати, я не знал, что ты занимаешься доставкой. А я много чем занимаюсь. Ну это здорово, мне понравился твой вчерашний кофе. Если тебе это нравится, почему бы тебе не взять наш номер? Мы могли бы в следующий раз тебе что-нибудь доставить. Спасибо. Прости, наверное, мне пора, да? Пока. Ну что теперь? Полагаю, мы тоже уйдем, если только... А, черт! Что такое? У нас тут жестокое убийство. И, конечно, никто из департамента мне об этом не говорит. Я должен узнавать о соседей, которые хотят спросить меня об этом. Хорошая вещь, слухи, тебе не кажется, а? Конечно, тебе никто не сказал, ты на больничном. На обязательном больничном, я бы добавил. Я здесь не как представитель власти. Я просто наслаждаюсь прогулкой на свежем воздухе и просто случайно проходил мимо вас. Что тебе нужно? Я ничего не хочу, просто мне показалось интересным, что мне никто не рассказал. Но главный друг подозреваемого может, значит, помогать расследованию. Вот значит как. Понятно. Я знаю, что ты подумал. Не делай поспешных выводов. Мне не нужно делать каких-либо выводов. Мне кажется, топ, которого мы нашли, говорит сам за себя. У тебя проблемы по отношению к людям, ты знаешь? Если бы ты не был на больничном, тебя бы уже давно уволили за нападение на Нихрона вчера. Ты хоть понимаешь, к чему могут привести эти последствия? Я нападал на Нихрона? Насколько я могу судить, я здесь единственный раненый. Кроме того, мне кажется, что, по-видимому, я единственный, кто делал свою чертову работу. Хорошо, хорошо. Давайте просто сидеть без дела, когда подозреваемый на свободе и планирует свой следующий ход. Знаешь, о чем бы там Реза ни говорил, он собрался мне это рассказать, пока не появился ты. Я не хочу слушать это от тебя, от вас, людишек. Эй, в чем твоя проблема? Я хочу найти его так же, как и ты. Не сравнивай меня с собой. Твои слова — это лишь пустой трёп.
Хватит. Тебя здесь вообще не должно быть, так что иди отдыхай, пока я не взялся за твое воспитание. Хорошо, но когда мы его найдем, вы увидите, что я был прав. Я должен доказать это сам. Пусть будет так. А он разве может заниматься своим собственным расследованием вот так? Если он не мешается нам на нашем пути, то мы не можем его остановить. Это его свободное время. Понятно. Я подозреваю, что он не будет придерживаться стандартов проведения беспристрастного расследования. Хотя... Он уже принял решение. Мне ясно, что он будет искать не факты, а просто доказательства, подтверждающие его собственную точку зрения. Чтобы доказать нам ее или себе, кто знает. Он всегда был таким. Хотел что-то доказать. Будь осторожен, он скоро будет искать Резу. Честно говоря, я тоже мог бы, если бы меня подстрелили. Будем надеяться, что мы найдем Резу раньше него. По крайней мере, это значит, что кто-то найдет его, верно? Так, давайте выберем второе. Да. Не волнуйся, Реза скоро объявится. Надеюсь. Учитывая все обстоятельства, я должен был признать, что Мэврик был прав. Но мог ли Реза, которого я знал, действительно быть убийцей? А знаешь, если ты что-то придумаешь, что поможет нам с расследованием, или тебе что-то понадобится, позвони мне. Хорошо. Я думаю, мы закончили. Идем. Брайс отвел меня обратно в квартиру. В свободное время мне особо нечем было заняться. И хорошо, что меня избавили от более трудных частей расследования. Может быть, мне следовало радоваться этому, хотя теперь у меня был свободный день. Так, встретиться с Рэми, встретиться с Анной, с Лоремом, с Брайсом, заказать обед. Давайте встретимся с Анной. Она сказала мне встретиться с ней, так что она должна быть где-то поблизости. У производственного факультета было много различных крыльев, охватывающих все от исследования до обработки в дополнение к производству. Было легко заблудиться, если ты не знал, куда идти. Вдалеке послышался какой-то шум, и когда я приблизился, то с удивлением заметил не только Анну, но и Рэми. Они, казалось, были в середине жаркого спора. Я подумал, что сейчас было бы неуместно подойти ближе, поэтому отошел на несколько шагов назад, вне поля их зрения. Но все же я был достаточно близко, чтобы разобрать их слова. До нас дошли слухи. Значит, ты пришел ко мне, чтобы рассказать о слухах. Вот значит как. Что ты хочешь от меня? Ты ведь не первый раз попадаешь в беду. На этот раз они могут быть не так снисходительны к тебе. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Считай это предупреждение. Ты должна действовать осторожно. Это для твоего же блага. То есть ты сейчас угрожаешь мне? Мог послать кого-нибудь более устрашающего? Может, ты и крупнее меня, но я вижу, что ты всего лишь просто большой трус. Ты не посмеешь дотронуться до меня своими грязными когтями. Я здесь из-за вежливости, а не из-за того, чтобы угрожать или запугивать тебя. Делай с этой информацией что хочешь. Ты же знаешь, что мы еще вернемся. Если они найдут что-нибудь, то будут последствия. Думаешь, меня это волнует? Такое отношение тебе явно не поможет. Ой, не причитай. Но я сказал, что хотел. Удачи. Неважно.
Рэми повернулся, чтобы уйти, и направился в мою сторону. Я нырнул за колонну, и когда он прошел мимо, я не был до конца уверен, видел он меня или нет. В любом случае, он ушел, а я остался. Думаю, теперь можно подойти. Что это было? Эй, Анна! Привет! Эй, Нихрон! Подожди, как ты долго уже тут? Я все видел не очень долго, не очень долго. Впрочем, это не так уж и важно. Мне просто нужно немного остыть. Я знаю, Рэми, какие-то проблемы? Ну и наглость у этого парня. Возможно, он не был бы так встревожен, если бы не та история с его девушкой несколько лет назад. Но мне на него наплевать, проблема в его начальстве. Они не любят меня и исследования, которые я провожу. Они ссылаются на свои традиции и ценности, утверждая, что только благодаря этому мы выжили. Если что-то вдруг изменится, очевидно, это разрушит ту основу, на которой построено это общество. И тогда все, что мы так усердно создавали, в одночасье рухнет. Разрушит семьи, и все покатится к черту. По крайней мере, если верить тем старожилам, которые постоянно повторяют эти фразы. И вся эта чепуха из-за моих исследований. Ценное исследование, которое может спасти жизни. О каких исследованиях идет речь? Я могла бы тебе показать как-нибудь, но мы здесь, чтобы повеселиться, верно? Я думал, ты хотела показать мне, раз уж ты сказал, что мы оба в биологии и все такое. Конечно, но после того, как я занималась этим весь день, тебе придется извинить меня за то, что я не хочу об этом говорить больше. Тратить свое время на этого парня было просто еще одной неудачей. Не то чтобы у меня не было работы, даже сейчас я должна работать с овертайм. Думаю, ты можешь устроить мне экскурсию в другой раз. Какое разочарование, понятно. Так, первый выберем. Обязательно. Кстати, спасибо за кровь. Результаты еще не пришли, но я дам тебе знать, как только они появятся. Хорошо. Мне также любопытно узнать результаты, как и тебе. Нет, тебе это не интересно. Я любознательный, гораздо любознательнее, чем ты. Любознательней? Это вообще слово? Конечно, это слово очень известное, так говорят в моем мире, откуда я пришел. Тогда я гораздо любознательнее тебя. Нет, я самый любознательный. Ты уж извини, но я должна обдумать английский язык. В таком случае, почему бы тебе просто не сказать, что ты самый любознательный? Слушай, лингвистика не мой конек, что насчет тебя? Нет, но я разбираюсь во многих словах. Мой язык весьма многогранен, по крайней мере, мне так говорят. Можно сказать, хитрый. В любом случае, если у тебя много работы на сегодня, мне стоит подождать тебя, или ты хочешь, чтобы я вернулся в другой раз? Да мне как-то без разницы, мне кажется, мой перерыв должен начаться примерно сейчас. Ну, какое удачное совпадение. Я надеюсь, что никто не заметит твой незапланированный перерыв. Хотел бы я иметь возможность сделать перерывы, когда мне будет удобно. Удачное совпадение, не правда ли? Ну так куда пойдем? Я не знаю, куда ты пойдешь, но мне нужен кофе. Если хочешь, можешь пойти со мной.
Я был бы рад, я думаю, что не хочу, конечно, почему бы и нет. Так, конечно, почему бы и нет. Вот это убедительная причина. Я надеюсь, что у тебя есть деньги, потому что я не буду платить за тебя. Это и не нужно, все, что я покупаю, оплачивается. Это все из-за статуса, я ж посол. Приятно. На самом деле это открывает некоторые очень интересные возможности. Может быть, я бы предпочел не делать ничего слишком подозрительного. Я не хочу вызывать никаких подозрений, понимаешь? Хорошая позиция. Ну что, пойдем? После вас, миледи. А вот и мы. Наконец-то, я жду не дождусь, когда выпью кофе. Это просто необходимо мне сейчас. О, привет, Нихрон, рад видеть тебя снова. Эй, кто твоя спутница? Ты можешь просто принять мой заказ? Мои извинения, давай попробуем снова. Добро пожаловать в наше заведение, меня зовут Один, и сегодня я буду вашей официанткой. Что я могу принести вам двоим? Я буду кофе. Спасибо, и что же я могу принести уважаемому джентльмену с другой стороны стола? Только кофе, пожалуйста, просто содовую, тащи сюда пиво. Только кофе, пожалуйста. Без проблем, я сейчас вернусь. Да что с ней не так? Я здесь, чтобы просто сделать заказ, а не для того, чтобы болтать с работниками кафе. Я думаю, она просто пытается быть дружелюбной. Я знаю, ее все в порядке. Я знаю, да, она раздражает. Так, я знаю, ее все в порядке. Если ты так говоришь... Вот, держи, наслаждайся. Мне было это необходимо. Итак, ты работаешь в этом учреждении. Ты так считаешь? Что это за работа? Я имею в виду, чем конкретно ты занимаешься? Мы много чем занимаемся. Правда в том, что у нас есть специализированная техника, которая используется многими разными людьми для разных целей. Здание принадлежит и управляется советом, который нас, собственно-то, и контролирует. Это довольно удобно, так как ты можешь перейти от исследований к испытаниям и даже производству. Все в одном комплексе. Я начинал как исследователь в области биологии, и это по-прежнему является моей основной работой. Я провела там настолько много времени, что даже изучил все входы и выходы так хорошо, что в конце концов меня попросили взять на себя некоторые управленческие обязанности. Конечно, это означает больше работы, но это также позволяет мне каждый раз реализовывать свои личные проекты. Это насытит твое любопытство. Ага, вроде как есть некоторые проблески, это звучит как-то захватывающе. Ну да, возможно, не за что. Так, первое. Я не уверен, что это можно назвать увлекательным, но это, безусловно, дает мне много возможностей. Оу, я забыл спросить тебя, что ты на самом деле планируешь делать с моей кровью и результатом этого теста? А это что, допрос? Эй, я просто задал тебе вопрос, вот и все. Да, конечно, ты можешь позвонить своему адвокату, если хочешь. Кажется, у кого-то плохое настроение. Так, эй, я просто задал тебе вопрос. Но это не первый раз за сегодня. Хорошо, тогда я просто спокойно допью свой кофе, если ты это предпочитаешь. Ладно, понятно, тебе не нравятся мои вопросы. Ох, извини, принцесса. Ох, извини, принцесса. Извини, стресс от этой работы в последнее время очень сильный. Я не могу нормально отдохнуть, и у меня мало времени, чтобы отвлечься между моей обычной работой, сверхурочными личными проектами и другими проблемами. Например, как этот Рэми, который сует свой нос везде и даже туда, куда не нужно. Чем ты обычно занимаешься в свободное время? Иметь хороший баланс между работой и личной жизнью очень важно, знаешь ли?
Я люблю свою работу, правда люблю. На самом деле, я люблю ее так сильно, что даже в свободное время я все еще занимаюсь исследованиями, которые имеют отношение к биологии. Как я уже сказал, у меня есть возможность заниматься своими собственными проектами, так что это то, над чем я концентрируюсь, когда у меня есть шансы и свободное время. Было бы очень глупо упускать такую возможность и не использовать это себе на руку. При нынешнем ритме работы я редко бываю свободна, иногда не ем и не сплю. Даже сейчас у меня совсем небольшой перерыв, и я должна скоро вернуться на работу, у меня начинается другая смена. Может быть, тебе стоит заняться чем-нибудь другим для разнообразия? Может быть, когда-нибудь, но не сейчас, это не лучшая идея. Это помогло бы, если бы совет постоянно не посылал своих лакеев следить за мной. Так значит, это был твой первый раз? Нет, я полагаю, что я в их списке наблюдений или что-то в этом роде. Почему это? Это долгая история, не для первого свидания. Погоди, ты сказал, что это свидание? Нет, нет, я говорю, что даже если бы это было свидание, это было бы не очень уместно. История о работе не очень романтична, знаешь ли. Да что мы все о работе, да о работе. У тебя перерыв. Может, нам стоит сделать что-нибудь, что хотя бы раз отвлечет тебя от всего этого? Например, что? Я не уверен, у тебя есть какие-нибудь хобби? Не уверена. Эй, официантка. Да, я могу вам чем-нибудь помочь? У вас есть здесь что-нибудь, чтобы развлечь своих гостей? Ну, я имею в виду какие-нибудь игры или какие-нибудь другие развлечения. Я точно не уверена, подождите, я проверю. Что именно ты пытаешься сделать? Все что угодно, лишь бы ты уже заткнулась и не говорила про свою работу. Просто подожди, и ты увидишь. Я веду себя мило и непринужденно. Я веду себя мило непринужденно. Я запомню этот день. Хорошо это или плохо, я пока не знаю. Вот, держи. Конечно, это больше для детей, но у нас тут больше ничего нет. Да, все в порядке. Развлекайтесь. Настольная игра? Серьезно? Я знаю, что это не низкий смерчинг, но все же лучше, чем ничего. Мерчин? Нискис? Это игра такая. Неважно. Но я не уверен, что это приведет к чему-либо, если твоя цель не состоит в том, чтобы заставить меня пожалеть об этом дне. Ой, да ладно тебе это. Как думаешь, у тебя хорошо развиты базовые знания? Ты хоть можешь себе представить, какие передовые знания я обязан запоминать, работая каждый день? Держу пари, у меня хорошие базовые знания. Их будет более чем достаточно, чтобы победить чужака вроде тебя. Если ты так уверен в себе, может быть, нам стоит заключить пари? Что у тебя на уме? Скажем так, если я выиграю, то смогу пойти с тобой на настоящее свидание. Не нужно делать так, как удобно тебе, и пристраивать меня во время своего перерыва. Не жалуйся на все подряд и не веди себя так, как будто ты делаешь мне одолжение. Хотя это ты хотела встретиться со мной. А если выиграю я попрошу тебя прийти как-нибудь, чтобы я смогла на тебе провести больше тестов. Если ты этого хочешь, так тому и быть. Хорошо, я не могу согласиться. Так, хорошо. Поскольку это была твоя идея, будет справедливо, если я начну. Итак, как это работает?
Это очень просто. Мы по очереди делаем карточки с вопросами, а потом их друг другу задаем. Выигрывает тот, кто задаст больше вопросов. Так сколько в итоге должно быть вопросов? Как насчет 5? Пусть будет 3, не знаю, сколько времени это займет, и мой перерыв не такой долгий. Хорошо, тогда вперед. Я увидел задор в ее глазах, пронзительный взгляд в паре с намеком на высокомерную ухмылку, которого давал ее желание. Она, казалось, была уверена, что победит, и наслаждалась каждой секундой этого. Ее рука медленно потянулась к колоде карт и вытащила самую верхнюю. Раунд первый. Кто цитируется как один из наших самых важных историков? Его работа охватывает более 20 книг, ему приписывают описание всей нашей истории с начала времен. Так, Хайзи Кайкель, Аторно Идзуми, Доминьон Дуванчик. Давайте тыкнем на Хайзи Кайкеля. Как ты вообще можешь это знать? Ты точно был здесь только несколько дней, а? Может, тебе не стоит меня недооценивать? Это была удачная догадка. Не очень хорошее начало для тебя, не так ли? Так, это была удачная догадка. Больше тебе так не повезет. Давай посмотрим, как ты справишься со своим первым вопросом. Давай его сюда. Как далеко ты можешь зайти в лес? Только до середины, потому что будешь из него выходить. Правильно, хотя это был довольно странный вопрос. Наверное, в детстве я читала правильные книги. Я знаю большинство этих вопросов подвохом. Давай посмотрим, что второй вопрос уготовил тебе, а? Раунд 2. Хорошо, если есть 5 яблок, и ты заберешь 3, сколько у тебя останется? 1, 2, 3. Так, 3. Думаю, ты также знаком с вопросами с подвохом. Похоже на то. Хорошо, вот твой вопрос. В каком году у нашей временной шкалы мы обрели разум? В нулевой. Начало нашей временной шкалы отмечает событие, когда мы обрели разум. Опять верно. Ты точно не играл в эту игру ранее? Это детская игра, эти вопросы на самом деле не вызов. Я просто возьму следующую карту, чтобы мы могли закончить с этим. Раунд 3. Авантюрист, который ценит свою жизнь, должен выбрать между 3 комнатами, чтобы пройти дальше. Какой из следующих вариантов будет самым безопасным? Первая комната, наполненная ядовитым газом, вторая, наполненная сотней высококвалифицированных убийц, третья комната, погруженная в воду, заполненную аллигаторами, которые кормили 8 месяцев. Так, комната ядовитым газом... И ничего из этого, короче. Правильно, все комнаты одинаково смертоносны. Аллигаторы могут обходиться без пищи до 2 лет. Это более, что делают комнату номер 3 такой же смертоносной, как и остальные. Остальные 2 комнаты не должны требовать никаких объяснений. По крайней мере, согласно этой карте, честно говоря, я думаю, что ответ спорный. Не волнуйся, я все равно посчитаю это правильным ответом для тебя. Нет необходимости, чтобы твой хвост застрял в двери. Похоже, это будет последний вопрос. Просто покончи с этим уже. К
Какова приблизительная скорость разгона летающего дракона? Мне придется подумать об этом минуту. Да я пошутил. Эй, я все еще могу это вычислить. Так, вот реальный вопрос, что является единственным веществом, которое, как известно, легче в своей твердой форме по сравнению с его жидким состоянием. Вода. И это верно. Конечно, это же... Вы ответили на все вопросы Анны правильно. Ну, мне кажется, что наша игра закончилась в ничью. Что ты предлагаешь? Я говорю, что мы оба получим свои награды. В конце концов, каждый из нас приложил немало усилий, чтобы заполучить их. Меня это вполне устраивает. У меня не будет много времени на работе, чтобы сделать нормально некоторые тесты. Поэтому я полагаю, что в следующий раз, когда мы встретимся, это будет свидание. Да, и не забудь, что я тебе говорил, и чего я жду от тебя на этом свидании. Тебе лучше быть более приветливой. Я постараюсь. Спасибо. В любом случае, пора возвращаться на работу. Мой перерыв закончился. Ну так что, до встречи. Конечно, я позабочусь о том, чтобы ты выполнил свою часть сделки. Увидимся. Несмотря на все шансы, мне удалось сравнять ее идеальный счет в нашей игре. Хотя я и ставил на то, что заставил ее пойти со мной на настоящее свидание. Скорее, чтобы отомстить ей за прежнюю грубость. Я не ждал такого исхода. Я даже не был уверен, что я ожидал от этой встречи в первую очередь. Но теперь я был заперт на свидании с ней. Был ее собственной и личной морской свинкой. Выйдет ли из этого что-то хорошее, я не был уверен. У меня много свободного времени, чем мне заняться, встретиться с Рэйми, с Лоремом Брайсом, заказать обед, получить заслуженный отдых. Я вспомнил, что один говорил мне, что у них в кафе есть доставка, так как я все равно скучаю, я решил попробовать. Я сделал заказ, быстро позвонив по телефону, и вскоре раздался звонок в дверь. Но это было быстро. Так уж получилось, что сама один стояла в дверном проеме, промокшая насквозь, мокрая коробка в руках. О, это опять ты. Я думал, что мы покончим с этим, но, по крайней мере, ты не называешь меня моим видом. То же самое в контексте я смогу сказать о тебе. Эй, привет. Да, эй, привет. Вот твой заказ, извини, он немного промок, но в целом должно быть все в порядке. Что с тобой случилось? Ты упала в реку или что-то в этом роде? Ты промокла, почему бы тебе не войти? Ну, спасибо за еду. Ты промокла. Спасибо, я как раз собралась спросить, могу ли я ненадолго остаться. На самом деле, это была моя последняя доставка на сегодня. И я живу на другом конце города.
Конечно, я не могу позволить тебе улететь, пока на улице такая мерзкая погода. Чувствую себя как дома. Я лучше съем это, пока оно не остыло. Я сел за стол и начал есть, а один решил сесть напротив меня. Тебе это нравится? Да, это весьма неплохо. У вас есть что-нибудь похожее? Ну там, откуда ты? Да, мы тоже делаем подобное. На самом деле, знаешь, почти страшно, насколько это близко к тому, что у нас есть. В самом деле, может быть, мы все-таки не такие уж и разные? Может быть, это еще непонятно, может быть, мне все равно. Я думал, ты только что это сделал. Так чем ты занимаешься, когда не работаешь в ресторане? У тебя есть семья? Ну, большую часть времени я забочусь о своих детях. О, классно, сколько у тебя детей? На самом деле они не мои дети, я просто забочусь о них. Значит, ты что-то вроде их опекуна? Не совсем, эти дети сироты. Я просто провожу с ними некоторое время, так что я скорее няня, учитель в одном лице. Я не могу заботиться о них 24/7, как это сделали бы их настоящие родители. Я бы с удовольствием, но я слишком много работаю, чтобы быть их родителем. Тем количеством времени, которое я провожу в ресторане, я не думаю, что детям будет лучше. Поэтому я просто помогаю им, когда могу. Это очень мило с твоей стороны. Спасибо, эти дети и так уже были брошены. Я просто подумал, что если я смогу сделать хоть что-то для них, то это будет стоить того. Понятно, как насчет хобби, что тебе нравится? Я могу задать вопрос для разнообразия? Конечно, задавай. Нет. А ты можешь? Конечно, давай. Ну, я не очень много знаю о тебе. Вообще, я не уверена, есть ли здесь кто-нибудь, кто хорошо тебя знает. Что ты хочешь узнать? Чем ты занимался до того, как отправился сюда? Ничего особенного, избежать вопроса не умел шуткануть, это секретная информация. Конечно, это... Полагаю, снова моя очередь. Расскажи мне о своих увлечениях. Есть одно. Мне нравится летать. Просто летать? Ну хорошо, не просто летать. Я делаю фигуры высшего пилотажа или каскадерские полеты. Я делаю это время от времени уже пару лет. Тогда ты должна быть самой квалифицированной летуней доставки в истории. Это классно, но и довольно бесполезное хобби. Что это такое? Это классно, но довольно бесполезно. Но для этого существует хобби, верно? Это просто то, что мне нравится делать. На самом деле, я надеюсь в скором времени участвовать в соревнованиях. То есть ты все это можешь сделать, но немного дождя, и для тебя это уже слишком настолько хороша. Потрясающе, где могу это посмотреть? Я полагаю, это зависит от того, будешь ли ты все еще здесь, когда это произойдет. Это часть фестиваля, который мы проводим в этом городе каждый год. Хорошо. Так, теперь моя очередь. Посмотрим. Возможно, это будет необычный вопрос, так что, когда они сказали, что сюда придет человек, я ожидал чего-то немного другого. Это не совсем вопрос. Ну а что ты ожидала? Я знаю.
Я знаю. Я знаю, Рэми рассказал мне о некоторых распространенных здесь верованиях. Я имею в виду, да, ты действительно выглядишь так, как мы, но ты совсем не похож на некоторые упоминания, которые были написаны о вашем роде. Я могу сказать то же самое о тебе. Правда? Да, у нас тоже много мифов о драконах. Что, например? Их слишком много, чтобы перечислить. Драконы жадные, пожиратели людей. Драконы благородные существа. Драконы благородные существа. Их часто называют символом силы и могущества, но также и символом мудрости, обладающим интеллектом, которым нет равных. Они благородные существа, и они очень популярны. Я могла бы привыкнуть к этому, хотя было бы лучше, если бы все это было правдой. Честно говоря, не знаю, стоит ли так обобщать. Даже если вы говорите о нас хорошие, мы все разные, и не все из нас хорошие. Понятно. Но ведь о вашем роде мы тоже говорили много хорошего. Что бы вы ни думали о людях, я могу заверить вас, что они в коем случае не особенные и не сверхчеловек. Я не согласна с этим. Почему? Говоришь, что ты не особенный, но тот факт, что ты здесь с нами сейчас, совершенно особенный для меня и многих других. Просто попробуй посмотреть на это с другой стороны. Знаешь, у тебя хорошая точка зрения. О чем ты думал, когда впервые услышал о нас? Я думал, это шутка, я не был уверен, я подумал, что это потрясающе. Так, третье. Я думал, что сделать такое открытие было просто потрясающим. Многие люди хотели бы иметь такую возможность быть на моем месте, попасть сюда. Видишь, это не только у вас, так что не удивляйся, если некоторые из нас будут чувствовать себя так же. И это не просто открытие вашей расы драконов. Мы нашли портал в совершенно другой мир. Мы до сих пор не поняли это. Мы тоже. Я уверен, что скоро мы это выясним. Кстати, у тебя интересная подборка книг. «Желание дракона», «Заменовская сфера» — это твои? Нет, они уже были здесь, когда я пришел. Ты читал что-нибудь? Я читал «Шеридан» и «Скипетр суверенитета». И как тебе понравилось? Это было забавно, но ничего особенного. Мне это понравилось, это не совсем в моем вкусе. Мне это понравилось. Понятно. О, у тебя есть «Цена и молитва», ты должен полностью прочитать это. Ты так думаешь, почему это? Это не просто интересная история, она основана на реальных событиях. Автор прав, когда говорит, что мы можем многому научиться из того, что произошло тогда. Я не уверен, что это моя книга, я прочитаю это, когда у меня будет время. Мне трудно найти время, чтобы прочитать что-нибудь в данный момент. Второе. Дай мне знать, когда прочитаешь это. Мне интересно услышать твое мнение. Хорошо, так как ты спрашивал о моей семье ранее, я собираюсь сделать то же самое. Мистер или миссис Нихрон ждут тебя дома. Нет, не могу сказать, что у меня кто-то есть. Как насчет мистера или миссис Нихрон? Ты ищешь себе партнера? Может быть, не уверен, да. Может быть. Ну давай, скажи мне. Это не твое дело, да нет на самом деле... Да нет на самом деле никого. Хорошо, хорошо, кое-кто есть. Так, второе.
Ясненько. Есть хоть кто-нибудь на твоем радаре? Кто-то, кого ты считаешь симпатичным? Да, кое-кто есть, не уверен. Да, кое-кто есть. О, жаль, что ты не можешь быть с ним сейчас, тогда... Погоди, или ты говоришь о ком-то, кого встретил здесь? Может быть, нет, да. Может быть. О боже! Может быть, это тот, кого я знаю? Да, нет. Да. Так кто это? Я не уверен, сколько вопросов было в одном. Я уверен наверняка, что теперь не твоя очередь. Мы еще играем в эту игру? Ну, начала это ты. Просто весело проводим время. Извини, но ты должна играть по правилам. Так, ты должна играть по правилам. Ты и я вместе. Знаешь, а почему бы нам не сделать это немного поинтереснее, пока мы здесь? Что ты предлагаешь? Правда или смелость? Что это? Мы продолжаем задавать вопросы, но если один из нас не захочет отвечать на вопрос, тогда придется делать то, что загадывает второй. Я даже не знаю, какого рода желание я бы хотел загадать, чтобы заставить тебя сделать это. Это может быть что-то, что заставит меня чувствовать себя неловко, или то, что вам хотелось бы увидеть, например, как я это делаю, или что-то в таком роде. Что угодно. Что ж, имей в виду, что кара может наступить быстрее, чем ты думаешь, поэтому не стоит просить чего-то сверхвозможного. Поняла. Итак, кто первый? Ты задала последние несколько вопросов, так что будет справедливо, если я начну. Хорошо. Какая часть твоего тела наиболее чувствительна к щекотке? Какой твой самый секретный секрет? Какая самая неловкая вещь, которая когда-либо случалась с тобой? Так, второй. Я действительно не храню секретов. Это неправда. Но это правда. Знаешь, ты не очень хороша в этой игре. Эй, я играю в нее первый раз. Не волнуйся об этом. Так, теперь моя очередь. Какое твое самое сокровенное желание? Мир во всем мире, быть всегда во всем первым, быть богатым, быть всегда во всем первым. Нихрон, мне кажется, это желание очень личное. Хорошо, мой черед. Что бы ты сделала, если была бы невидима в течение дня? Ты боишься умереть? Как ты думаешь, какой твой самый большой физический недостаток? Так, давайте спросим первое. Невидимо? Это очень трудно, я имею в виду то, что тогда никто не видит моего полета, а я хочу, чтобы люди видели это. Но я имел в виду, что бы ты сделал, если бы у тебя была возможность сделать что-то не попавшись, например, что-то безбашенное или совершить преступление. О, я знаю, что бы я сделала. Я бы проникла в то здание, которое они нашли вместе с порталом. Что за здание? Разве ты не слышал об этом? Они нашли целое здание вместе с порталом. На самом деле оно находится под землей, и они усиленно охраняют его, пока команда археологов работает там. Я думаю, что он может содержать много секретов и ответов о портале, и откуда он вообще появился. Интересно, я думаю, я бы тоже хотел проверить.
Если бы ты узнал, что вот-вот будет конец света, что бы ты сделал? Наслаждался бы жизнью по полной до последнего момента, прощался бы с тобой в последний раз и бы надеялся на лучшее. Остался бы снаружи и смотрел, как все это происходит, спрятался бы в бункере глубоко под землей. Так, давайте ответим первый вариант. Выйти наружу, где взрыв? Если бы ты могла вернуться со мной в мой мир прямо сейчас, ты бы сделала этого? О чем ты больше всего сожалеешь? Если бы я попросил тебя поцеловать меня, ты бы сделала это? Давайте третий выберем. Это твой вопрос или это уже вызов? Вопрос. Я просто не мог придумать ничего лучше. А, ну тогда мой ответ будет нет. Я не целую, кого попало, знаешь ли. Однако, если бы это был вызов, мой ответ мог бы быть другим. Хорошо, из всех тех, кого ты встретил за это время, тебе кто-нибудь понравился больше всего? Думаю, что на этот раз я возьму вызов. Ох, наконец. И что мне теперь делать? Можешь делать, что хочешь. Нет, действительно, у меня нет идей. Мне это твое время. Правильно, дай мне подумать минуту. О, похоже, уже поздно. Погоди, который час? Упс, кажется, я здесь уже гораздо больше, чем думала. Наверное, мне уже пора идти. Кажется, дождь тоже прекратился. Да, это прекрасно. Знаешь, тебе не нужно ничего заказывать, если ты хочешь, чтобы я снова пришла. Вот мой телефон. Я буду иметь это в виду. Спасибо. Пока. Травма. Глава 2. Новый день, новое утро. Итак, друзья, давайте, наверное, на этой ноте закончим нашу серию. Она получилась очень длинной и интересной. Ну а с вами, как всегда, был Дурацкий и Крутой. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и на мой канал. Всем удачи и до новых встреч.